Школьники из оздоровительного лагеря «Круто» провели на дорогах Десногорска акцию «Зебра». Цель этой акции – напомнить детям и взрослым правила дорожного движения. Они объясняли своим ровесникам, как нужно переходить через проезжую часть дороги пешком и на велосипеде. Всем участникам акции волонтеры нарисовали символическую зебру и вручили памятки с правилами дорожного движения. О чем ты узнал сегодня? То, что как правильно проходить дорогу на велосипеде. Умница, расскажи об этом всем, если кто не знает. Хорошо? Они беседовали с детьми, взрослыми, пешеходами и водителями. Все очень позитивно откликались на контакт с ребятами. Взрослые тоже понимают значимость этого мероприятия. Нужны ли такие акции, которые ребята проводят? Нужны, конечно. Они помогают вспомнить правила дорожного движения. И все-таки это как-то лучше сказывается на безопасности дорожного движения. Детям надо побольше культуру безопасности вот этой вот на дороге очень-очень. Потому что сейчас все как хотят, так и ходят. Волонтеры лагеря «Круто» добились поставленной цели. Все участники акции вспомнили правила поведения на тротуарах и проезжей части. Такие публичные обращения направлены на усиление безопасности движения для всех его участников.